Господин полковник, мы поймали русского шпиона. Где поймали? Капитан Кан взял его у пожарной части. Он убил трех наших связистов. Капитан Кан. Чудеса. И что нам делать с этими отбросами? Кан, что нам с ним делать? Допросить? Вы что, говорите по-русски? Я говорю по-немецки. Ну давай, дедушка, вставай. Че сидишь-то? Скажи своим псам, чтобы накормили меня, напоили. Ну, что вы здесь стоите перед вами? Русский офицер на коленях, уроды! Откуда вы? Из того дома или с другого берега реки? У меня для вас подарок. Что? У меня для вас подарок. От русской девушки. Катя. Бред какой-то. Ничего не чувствую. Совсем ничего. Никакой боли. Что-то чешется под мышкой. Проклятые вши. Могли бы хоть умирающего оставить в покое. Как?